Здорово, друзья, с вами Спикер, и мы сегодня поиграем в The Forest версии 0.0.1. Самая первая версия The Forest. Обновление версии 0.0.2 выходит через 1748 дней. Ух, это да. 5 лет прошло, интересно, насколько он изменился, насколько там интересно стало выживать и как изменилась графика. Мы сегодня посмотрим, какие интересные есть мутанты, какие есть аборигены, что-то изменилось, что-то не изменилось, в какую сторону. Мы сегодня все это дело разберем и посмотрим. Устраивайтесь поудобнее, и наше выживание начинается. И вот мы в самолете, в который раз. Пассажиров нету, наш сопляк рядом с нами. Тут раньше была книжка, теперь ее нету. Разработчики убрали. И мы летим где-то над океаном. Слушайте, облака довольно реалистично смотрятся. И в который раз мы летим снова вниз. Всем приятного просмотра, и мы начинаем. Вот это скорость! Наша утимия забирает, и по сюжетке мы, конечно, не сможем понять, где он находится. Именно в данный момент. У нас версия 0.0.1. Обалдеть. Мы тут-то. Спустя 5 лет мы тут-то. Так, ну что можно сразу посмотреть? Что можно сразу сравнить, друзья? Маленький интерфейс другой. Есть также зажигалка. Все работает. И, кстати, освещение довольно приятно сделано. Выход мерцает. Не помню, как было уже в новой версии. Но, кстати, по еде. Там, помню, у нас была просто лапша, а тут реально видно. Огурчики, помидорчики, пицца, какой-то салатик. И это реально намного симпатично. Такое ощущение, как будто играешь в The Forest в новую версию, а не именно в старую. Мы это дело все скушаем, конечно, что тут у нас есть. Заберем все припасы. Где какие припасы тут находятся, я не знаю. Я слышал по слуху, второго острова в этой версии нету. Да-да. Есть какие-то пещеры, но они очень боговые. Я это тоже слышал по слухам. Забираем все припасы, которые есть. А тут у нас даже и дверь распахнулась. Обалдеть. Реально такое ощущение, как будто играем в The Forest новую версию. Также есть и с другой стороны дверца. Она тоже распахнута. Обалдеть. Это реально круче смотрится. Это более реалистично. Здесь какие-то ноги торчат. Походу, это стюардесса. Которая, по идее, еще одна спереди. Одна спереди, другая сзади. Кстати, а где находится у нас нос самолета? Он есть или нету? Так, забираем топорик. Так, ну забирай топорик-то. А, просто подойди. И у нас наступает сразу дождь. Обалдеть, слушайте, реально. Настоящая катастрофа. Я сразу вижу кролика, сразу вижу зайца. Можно сразу пойти поохотиться. Но далеко не будем убегать. Мне нужно, по идее, мясо. Да, мне нужно мясо. Попробуем его убить. А насколько его легко убить? О, очень просто. Кстати, еще заяц бегает. Обалдеть. Сколько, погоди-ка. Заберем одного. Да, у нас нет скрипта, который разнимает шкурку и снимает... Это кто такой? Ящерица? Похоже был на крокодил. Я же испугался. Так, сумки все открываются таким же макаром. Да, открывается. Можно забрать все припасы. Есть живность. У нас какое-то озеро, и там есть рыба. То есть мясо у нас уже есть. Ну что у нас сразу по первым впечатлениям? Ощущается лес. Он реально ощущается. Это зелень, это атмосфера, это страх. Страх, что неизвестно, что впереди. Кто нас ожидает где-то там вдалеке, это реально страшно. Потому что, знаете, совершенно другой. Даже какие-то звуки происходят. Я вижу деревни абориген. Я не знаю, где нахожусь, потому что это получается... О, там уже есть аборигены! Обалдеть, рядом с самолетом уже есть аборигены. Друзья, я думаю, у нас будет не одна серия по The Forest 0.0.1, потому что я хочу его практически весь изучить. Смотри, как ползет. Ты посмотри, как он ползет грамотно, как он прыгает. Я помню, в новой версии у нас тоже не ползали, но там какие-то были проблемки. Он прыгает с дерева на дерево. Такой, конечно, я не видел. Знаете, даже ощущается атмосфера, ощущается... Слушайте, он реально прыгает. А звуки какие...
Какие звуки, обалдеть, реально круче, все круче, сколько живности. О, меня просто реально уже окружают, меня со всех сторон. Насколько они будут сложны, я не знаю, максимальной сложности тут нету, одна сложность, мирного режима здесь тоже нету. Но освещение, а почему у меня нет блока? Он раньше его не было, что ли? Я нажимаю правую кнопку мышки, у меня нет блока. Походу, раньше его даже и не было. Ну, кстати, какие-то глючки все-таки... А, это не глючки, это просто отвалилась дверь внизу. Тут есть плата, кстати, сразу же можно взять плата. То есть можно сделать взрывчатку. Там аборигены, они со всех сторон, там есть деревня абориген. Мне уже страшно, но мы идем. Убираем зажигалку. Как у нас по звукам? Звуки реально приятные. Это дождь, это молния, это освещение, это довольно приятно. Мне кажется, используется совершенно другой фильтр. А в этой версии 0.0.1, потому что в новом Форесте там есть 10 фильтров, которых можно выбирать. И каждый хорош по-своему. Кстати, можно сделать копьем. Наверное, если можно сделать. Как ровно стоят палочки. Интересно, а есть тут катана? А, вижу даже деревья, некоторые очень крупно толстые. Посмотри, какое дерево очень толстое. Смотри, какое... Оно даже сухое. Сухое, тут даже острое дерево, словно ударило молнию. Мы словно такой, знаешь, путешественник, который вышли на необитаемый остров и пытаемся выжить. О-о-о-о! А у меня блока нету. Это, конечно, очень худо. О, вот это вмазали реально. Это ощущается... Это просто непередаваемо. Так, уходим, уходим! Так, таблетки. Мне нужны таблетки. Я уже реально. У меня мурашки по телу бегут. Мне страшно. Шифтом. А, шифтом бегаем. Нужно просто держать шифт. Я привык, что мне нужно просто нажать и все. А, но бег у нас, кстати, не так же вечный. А я не знаю, почему у меня нет блока. Возможно, какие-то проблемки. Возможно, напишите в комментарии. Ну, это ощущается, знаешь, я просто ударил. Это ощущается масса. Это масса. Во. Обалдеть. А какое-то озеро. Кстати, то самое озеро, да, возле яхты. Ой-ой-ой-ой, я как под воду ушел. Словно камнем тонул. Кстати, есть синяя ягода, можно ее покушать. О, у меня, кстати, нужны таблетки. Мне нужны таблетки использовать прямо сейчас. Сейчас маленько уйдем в сторону. Да, это та самая деревушка, где находится яхта. Вон там, по идее, должна находиться яхта. Если, конечно, все это не изменено в этой версии. Самое первое. Так, тут есть у нас тоже синяя ягода, тоже можно съесть. А, походу, собирать ее нельзя. Мне нужно использовать таблетки. А у меня их даже и нету, что ли? У меня нет таблеток. А в самолете они были? А, ну, можно смотреть в сумках, кстати. В сумках есть таблетки, можно посмотреть. Долго открывается, но меч, кстати, такие же бесполезные. Трупы такие. Так, все респанулось так. Прямо передо мной все респанулось, появилось. Знаете, интересно изучать The Forest версию 0.1. Что было раньше, что изменилось. Но мне нужны таблетки. Можно сделать из растений, интересно. Там их черепок можно забрать. А черепа у нас не забирается еще. Нет такой функции. Я нахожусь вот тут, и тут нет дождя. Кстати, это очень... Даже звук совершенно другой. Здесь нахожусь. А, все, закончился дождь. Это просто стекает капли воды. Ну, знаете, звук довольно приятный. Наверное, 3 с плюсом. Даже 4 можно поставить по звуку. Дождь прекратился и стали птичьи черички. Так, что у нас? Мне нужны срочно-срочно таблетки. А таблеток у меня еще нету. Так, вот, кстати, можно покушать, и сразу у нас поднимается энергия. А, пойдем самолетом, возьмем там какие-то припасы, возможно, были в самолете. Я не знаю, мне нужны таблетки, у меня всего лишь 30 хп, это довольно будет сложно. О, кстати, тотемы. Я читал, что тотемы не разрушались раньше. Сейчас мы это дело проверим. Да, это не разрушаются тотемчики. Тут еще один тотем есть. По идее, тотемы типа намного выше. Но они не разрушаются. Понятно, где чья территория. Так, хорошо, возьмем ветки. Берем ветки. Попробуем сделать копье, попробуем сделать лук, найти веревки и сделать лук и стрелы. Есть, конечно, перья тут есть. Так, а вот подняться, походу, я больше не смогу. Ох, ничего себе, как высоко подпрыгивает. А подняться, походу, не смогу. И там, наверное... Ну, по идее, я там все собрал, там больше ничего не было. Кстати, можно покушать, наверное, кролика. Где он тут? Прям передо мной. Он не боится. Они реально такие ручные. Но, по идее, они дикие, они должны бояться. Так, куда идти, я даже и без понятия. Ну, живности здесь реально много. Возле
Он даже перевернулась маленько. В новой версии такого нет фишки. Такие забавные кролики, даже жалко убивать. Мы убили, в принципе, достаточно. У меня есть еда. Пойдем, выйдем на пляж. Тут есть еще сумки, кстати. Так, есть сумки. Можно забрать все припасы, которые у нас тут есть. Долго открывается. Вроде ударил. Откроется буквально через секунду. Так, камни у нас собираются. Можно что-то построить из камней. Я хочу выйти все-таки к берегу, покушать. И посмотреть, какие можно сделать постройки. Мы разделаем серии 3 по The Forest версии 001. Я хочу посмотреть, что тут есть интересно. А самое главное, тут нет второго острова и тут нет кратера. Да-да. Это мне интересно посмотреть, что находится на этом месте. Ну, по идее, второй остров, он прорисовывается. Я что-то дело читал, я не запускал, не смотрел. Все эмоции, которые есть, я смотрю. О, яхта, яхта. Да, есть яхта. Яхта есть, тот самый пляж. Да, именно там он находится. Вон там находится озеро. Сразу скажу. Вот пляж реально стал больше. То есть он был раньше больше. А его сделали намного меньше. Вот пляж намного больше, он ощущается как главный пляж. Там также можно пройти вон туда к скалам. Там было одиночное дерево. То есть одиночное дерево. Сейчас его там нету. А есть также и акулы мертвые. Знаете, смотрится намного симпатично. Намного, знаете, и освещение. Все это... Слушай. Даже мухи есть. Их даже слышно. Вот почему в этом части The Forest 001 я это слышу, я это понимаю, и я прекрасно... Я не помню, как у нас в новой версии, я потом реально зайду посмотреть, как там все это дело происходит. Так, у нас сумки все открыты, некоторые открыты. Мы сейчас сделаем все-таки, наверное, костер. Он должен, по идее, быть. Да, как тут все запущено. Очень все запущено, и, в принципе, есть два вида костра. Большого костра у нас нету. Так, мячики, которые бесполезны, можно просто бросать. И, кстати, довольно-таки прыгучие. А все очень быстро поджигается. Мы можем бросить листву, все это дело разжигается. И можем бросить, конечно, зайчишку. Приготовить, накушаться и поднять себе энергию. Так, топорику нужно брать, походу, так. А на быструю клавишу нельзя сделать. Кстати, тряпки были синие. 9 тряпок мы взяли. 3. 1 зуб. 1-1-1. 3 зуба мы выбили. А птичка также садится на наш палец. Симпатичные такие глаза. Это все освещание. Смотри, она реально свет очень красиво передает. Передавал, то есть. Почему я говорю в будущем времени, не в настоящем. Кролик мой готов и можно, в принципе, кушать. Все, мы покушали, у нас не поднялось, кстати, жизни. У нас 50% жизни, нужно как-то поднять. Я без понятия, какой крафт тут есть, что можно сделать. Но мне кажется, можно сделать из палок копье. Можно сделать? Нет? А, он больше не бросает. Как делать крафт? Так, у нас, по идее, есть птицы. Они убиваются, не убивают? То есть, убивались, не убивались? А, убиваются, и перьев я не вижу. Ну, деревья, кстати, смотрятся вот такие деревья намного симпатичнее. То есть, разновидность леса это придает и... Слушай, реально перья? О, нет, есть перья. Перья есть. Птичка. Слушай, одна птица и одно перо, что ли? Да не может такого быть. Слушай, сколько тут птиц? Есть их, конечно, нельзя. Я помню, в какой-то версии сделали, что можно есть птиц. Но перьев нету. Убил уже 3 птицы, а перьев я не вижу. Интересно, летает чайка? Слушай, кажется, им просто манит в одно место. О, черепахи есть! Черепахи были, 2 черепахи. Это мясо, это панцирь. И что есть там еще можно взять? Так, черепашку можно разделать. А панцирь можно забрать? Так, слушай, она не разделывается. Черепахи не разделывались. Как же я буду на панцире кататься? С горочки. Она перемещается. Я не помню, как... О, даже так перевернулось. Обалдеть. Реально круче смотрится. Смотрелось круче намного. Некоторые, конечно, моменты. Сумки появляются издалека. Буквально перед нами все дело появляется. Много, кстати, сумок. Это очень радует. Много алкоголя. Что из него сделать можно? Я не знаю. Вот, кстати, есть баллончики. А они были в этой версии. Но использовать можно будет только потом. Гораздо-гораздо позже. Так, мы много всего взяли. Я не понимаю, почему у меня не лутается. Так, мы взяли палку, погоди.
Коктейль Молотова, во, можно сделать, да, коктейль Молотова можно сделать. Все это, конечно, смотрится очень дико. А можно вот так сделать? О, можно сделать топор. Это, мне кажется, получился топор у нас. Можно пойти рубить. Ох, какой. Обалдеть, ну-ка. Но он тяжелый, сразу ощущается. Он намного тяжелее. Так, что нужно сделать в первую очередь? Нужно сделать, конечно, скоро будет ночь. Нам нужно где-то укрыться. Мы пойдем строить. А что можно построить, кстати, друзья? Можно строить, да, много чего можно было строить даже тогда. Мы построим обычный, а вот такой временный шалашик возле яхты. А, можно также и крутить было. Нажимаем Е. Мне нужны ветки и листья. Все. Листьев у нас много. Смотри, даже на ветру колышется. Реально было круче. Ну, что-то да, круче, что-то нет. Но пока что, знаете, смотрится довольно симпатично. Очень много сумок, это очень радует. Мячиков много, мне это не очень радует, потому что толку от них нету. Много алкоголя, да, конечно, можно делать коктейль Молотова. Абориген тоже много, знаете, буквально я высадился, их уже тьма. А много всякой дичи. Такие-то бревна старые, гнилые. А наступает у нас новый. Кстати, коряги реально симпатичнее смотрится лес. Маленькие деревья. Кстати, маленькие деревья, наверное, там будут палочки. Мне нужны, по идее, 10 палок. Или 9 палок. Сейчас мы срубим, посмотрим. Но мне кажется, таблетки должны были быть в самолете. И, возможно, я проглядел, поторопился, вышел из самолета. Как он, кстати, рубит? Я хочу посмотреть, как он рубит. Он вообще рубит, не рубит? Ну, по идее, срубит. Я вижу, появляется. О. Так, возьмем другой топорик. Звук по звуку, как это все дело падает. Ну да, упал, респануюсь по звучанию. Кстати, вот таких... да, вот такие деревья маленькие, где можно было на веток нарубить, они исчезли. Сейчас таких нет. Вот сейчас вот такие только есть и все. Вот такие довольно просто. Там всего лишь две ветки. Вот бывают еще вот такие, да. Еще вот такие остались. Но вот такие, к сожалению, исчезли. Деревья. Бью. Она не падает почему-то. Так, давай-ка другим топориком попробуем. Даже маленький звук другой был. Потому что не рубит дерево. О! Топорик намного, знаешь, эффективнее, мне кажется. Так, мне нужно, кажется, еще... да, мне нужны еще палочки. Так, ну упал он, и что? Почему он не разделывается? О, все, упал. Так, а что, уже не хватает места? Сейчас бегаем, скинем. Построим первую нашу уже базу. У нас уже темнеет. У нас, посмотрим, какой будет закат. Насколько он симпатичный. Я вижу освещение в океане от солнца довольно симпатично. Какие-то есть баги. Я вижу только что сейчас был какой-то баг. Строим нашу кибару. Да, остались мне только ветки. Одна ветка уже там была срублена. И можно, наверное, там сохраниться даже будет. Интересно, птицы у нас в воздухе висят. А где палочки, которые я срубил? А, вот палочки. Ну, по идее, я все взял. Очень удобно, кстати, показывает сразу же, сколько я взял, сколько я срубил. То есть уже все, один из одного уже мерцает. Можно достроить и посмотреть, как там можно. Можно спать, можно сохраниться. А что у нас по яхте, кстати? Так, будем сохраняться? Да, тут можно поспать, но походу нам сохраниться нельзя. То есть мы просто играем и все. Ну нет, спать, конечно, не буду. Кстати, черепаха ушла, кажется, в море. Это что такое? Какие-то ракушки взяли. У нас наступает ночь. Друзья, давайте, наверное, увидимся с вами уже во второй серии The Forest версии 001. Мы будем уже выживать именно ночью. Да, мой друг. Именно ночью будем выживать. Довольно было интересно посмотреть, на что эта игрушка будет способна еще. Как будет выглядеть у нас кратер и как будет смотреться второй остров. Он есть, но до него не добраться. Ну, по идее, наверное, тут есть все-таки плод. Есть. Который можно... Да, можно построить плодик и отправиться. 5 веревок. Тряпок 25 штук. Обалдеть. Реально можно его построить? Так, он почему-то не выбирается у меня. Не, другие постройки выбираются. А он почему-то не убирается. Хорошо, уже у нас уже стемнеет, друзья. Так, это мне нужно убрать.
Так, у нас был там костер. Здесь костер тоже сделаем. И с вами уже будем прощаться. Увидимся с вами уже ночью. В новой версии. В старой версии The Forest. Версия 001. Будем выживать дальше и посмотрим, на что она будет способна. Особенно интересны пещеры. Спасибо, кто смотрел. И уже с вами увидимся в новой серии The Forest. Всем удачи и всем пока.